Здравствуйте, я тренер Академии футбольного клуба «Зенит», меня зовут Дмитрий Васильев. И сейчас я научу вас делать финты. Мы попробуем их сделать два, одни из самых простых и одни из самых действенных. Итак, первый финт, который мы сегодня попробуем с вами сделать, называется перемахом. Да? Мяч на один шаг впереди у нас находится, обязательно работают ножки. Да, левая нога делает ложное движение, перемах через мяч. И правой ногой, внешней стороной стопы, мы уходим в сторону к следующей фишке. Хоп! Да, уход. Да, пауза, ножки. Хоп! Не забываем, у нас идет чуть медленнее ложное движение, и после этого нужен взрыв, и на максимальной скорости уйти в сторону. И следующий финт, который мы с вами будем делать, да, он называется у нас ревелина. Да, мы делаем перемах внутрь ногой, и этой же ножкой внешней стороной стопы уходим в сторону. Хоп! Да, молодцы, чуть резче уход, чуть резче! Хоп! В следующем упражнении мы повторим эти же два финта, но сделаем все уже в движении, в ситуации, приближенной к игровой. Да, движение к фишке, ложное движение, уход. Хорошо, готовы? Поехали! Делаем второй финт, то же самое, движение к стоечке, да, перемах, и этой же ножкой внешней стороной стопы уйти в сторону. Следующее упражнение у нас будет тоже для изучения финтов, но здесь уже у нас добавляется сопротивление защитника, то есть ситуация приближается к игровой. Да, начинаем двигаться. Начинаем двигаться, да. Ложные ушли, забили и поменялись местами. Забить. Молодцы.